сегодня 30 октября, такое у нас бушующее море уже третий день. Сейчас пока дождика нет, но к вечеру может быть опять. Сегодня красные флажки установлены, что говорит о запрете купания. Вдоль набережной вот эта дорожка прогулочная, вдоль пляжа. На медленной скорости, блин, сложнее ездить, чем на быстрой. Всегда байк заваливается. Ну вот видите, да, народа не особо много, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Да, должно быть, по идее, много народа. Все равно уже оживилась жизнь, видно, что и кафешки больше заработали, и народу чуть побольше стало, и в кафешках в том числе.